Сьогоднішній ранок для українських солдатів в Авдіївці пройшов без втрат, чого не скажеш про бойовиків. Українським військовим вдалося знищити одного з командирів роти терористичного підрозділу «Гіві» з позивним «Консул» і поранити іще одного з позивним «Макій». Товарищ, друг, командир, брат. Что ему сказать в этом человеке? Ну, я думаю, он может сам сказать себе. Своими поступками, действиями. Он в одно время сказал на телевидении, еще в 2014 году, я вас, укропов, буду доставать из того света. Настал момент, когда можно подняться с того света и ответить им тем же, чем они ответили перед этим тебе. Брат, мы с тобой. Прощай, Ерь. Как живой? Будешь видеть, как отличаешься. Точно. Как живой? Ну что, кто скажет еще слово о нашем друге? Да, пора. Ой, пацаны, после таких слов умирать не хочется. Вам привет. Привет, Натыка. Вам привет. Я обещал с того света, я свое слово сдержал. Пацаны, ждите очень больших приятностей или неприятностей. А вашему лживому ICTV и всем вашим программам, вот так вы слушаете, как нас много убивают. Нас не убивают, убивает очень много вас. И убьют еще больше. Вам привет, пацаны.